А что значит напряженная плотная ткань? Представьте, из-под желудка выходят две артерии, которые обеспечивают яичники крови у женщины и яички у мужчин. И тогда мы берем и смотрим, а ну-ка дай-ка руку посмотреть. И тогда здесь становится одна еще интересная ситуация. Ну-ка давай, нет, здесь все хорошо. А язык покажи мне. Расслабься, да. Молодец, еще умеет стрессы снимать. А вот если бы стресс был сильный,